Знаете, девушки бывают разные. Красные, белые и синие. Очень синие. Прям капец просто. И знаете, сегодня мы поговорим про женские обиды. Я выделяю 3 вида женских обид. Первое, это девушка говорит прямо. Я склоняюсь перед вашими ногами. Вы чудесные, вы идеальные. Вот вас что-то обидел, и вы говорите прямо: ты козел, вот ты поступил так-то, так-то. Вот рассказала от я, от а до я. И все, парень все понял, признал свою ошибку. Второй вид девушек. Девушка не обижается, но сделала выводы. Она ничуть и не говорит. После того, как ты ей все объяснил, все нарисовал, купил специальную доску, чтобы нарисовать, объяснить, фотографии на все херни. И она в конце говорит: я не обижаюсь, я просто сделала выводы для себя. И ты такой: ну и нахера я это делал? И третий вид девушек. Это девушка, которая вообще никогда не обижается и не делает выводы. Да и вообще по балалайке. Она вас любит таким, как вы есть. Девушка, не обижайтесь на парней.